Внимание, внимание! Нужно подкрепление! Срочно, я один! Блять, подкрепление, походу, не придет. Да нигде нахуй. Так, один готов. Ну я один сейчас справлюсь, не ссыте. Блять! Хорошо справился. Ща, подождите, в рацию кое-что скажу. Пидорас, я ваш рот ебал! Здорово, братаны! Сегодня решил проэкспериментировать и придумал для вас что-то новенькое. Получилось довольно-таки классно. Кстати, если хотите, чтобы я почаще вводил что-то новое на канал, новые рубрики, новых персонажей, то обязательно поддержи видео лайком. Ведь лайки — это самая лучшая мотивация для меня. Давайте наберем как можно больше лайков. Всем приятного просмотра! Здравствуйте, господа! Да, привет. А почему мы господа? Ну а кто вы еще? Гопники, что ли, лесные? Нет, почему лесные? А, просто гопари, да? Нет, мы те, кто получает от них. Не, реально, нас гопники только так прессуют. В задницу прессуют вас? Ну да. А, ну это нормально. Я бы радовался на вашем месте. Спасибо большое за совет. Мне даже ответы Mail.ru так не помогли как-то. Если будете себя плохо вести, будем наказывать. Как ты хочешь наказывать? В какой мере, друг мой? Ну, в такой мягкой мере, конечно. Я уже рад, что ты мягкий. Я буду нежен, очень нежен. Приготовь свои булки. Не-не, друг мой, булки оставь мои в покое, пожалуйста. Я предупредил. Ребят, вы когда-нибудь воровали что-то в магазине? Конечно, воровал. Но потом мне отвалили пиздюлей. Я просто хочу украсть кое-что. Не знаете, печат ли эти штуки на выходе? Нихуя не печат. Ну, отлично. А на сколько максимум ты это тырил? На сколько? На да. 5к. На 5 косарей? Да. Ну-ка, секундочку, подожди. Внимание, внимание, всем постам, бля. Тут какой-то пиздюк нахуй натырил на 5000. Срочно выезжайте ко мне, бля. Сука, с хули ты меня спалил, пиздюк? Ну, сейчас за тобой уже выйдут, мой друг. Мам, быстро уезжай оттуда, собирай мой компьютер. Преступник пытается скрыться, преступная группировка тут у нас, блядь, оформляйте быстрее. Ну там шмотки-то ты уже собрал? Ну да, уже. Смазку не забудь, а то больно будет. Да-да-да, это обязательно, спасибо, что напомнил. Всегда пожалуйста. Внимание, внимание, на сервере установлена бомба, всем оставаться на местах. Всем сохранять спокойствие. Махмутов сейчас все разрулит, не ссыте. Все под контролем. Не ссать, никому не ссать, сейчас Махмутов разрулит. Блять! Ебаный в рот, блядь. Почти все под контролем было, ну пацаны, ну. Ну бывает. Мы тебе верим, мы тебе верим. Слушайте, ребята, вы какие-нибудь преступления совершали когда-нибудь? Какое? Допустим. Какое? Жвачку украл. Чего украл? Жвачку. О, ну это пожизненное тебе светит за такое. Да. Кто это там у нас жвачку-то украл? Я украл. 74-й отдел. Быстро выезжайте ко мне, тут найден человек, который украл жвачку в магазине. Быстро оформляем. Сколько жвачка стоила? 15 рублей. Жвачка стоила целых 15 рублей, быстро выезжайте. Презерватив крал. Это было групповое ограбление. Мы вместе с ним украли, он жвачки, я презервативы. Презерватив ты украл? Да, было дело. Мы еще продавщицу украли. Всем постам, тут у нас особо опасные преступники. Быстро выезжайте ко мне, немедленно, жду всех. Украли презерватив, жвачку и продавщицу. Махмут, а вы чистокровный нуб. В смысле чистокровный нуб? Я не понял сейчас. Ну это значит, что в твоем роду были нубы. У тебя что, проблемы что ли? Ну да, после школы гопники бьют. Ну теперь будет еще и педофила насиловать. Так, ребятки, оформите, пожалуйста, мне 3 педофила на пацана, чё, кого сучара, короче. Чтоб они его каждый день, да, после школы драли в жопу. Ты счастлив? Да. Я тоже счастлив. Драгонворчик, а тебе сколько лет? 18. О, это наш клиент. У нас как раз начался призыв в армию. Блять, не надо, а. Сука. В общем, собирай это, манатки, короче, там, стригись. Да, манатки. Я так лысый гоняю, нахуй. А, лысый гоняешь. Ну, это, в принципе, тебе пригодится, потому что тебе все равно в армии никто не даст. Ну, если только твой друган в очко. В общем, завтра к тебе приедут, заберут тебя. А, понял.
А что там с собой брать-то надо? Возьми все принадлежности, которые используешь. Вибратор там. Стены, да, там, пасту зубную там. Да не, там, вибратор, фалос, что нужно, вот чем пользуешься, то и бери. А, нихуя себе. Заебись. Так, я не понял, вот так вот, значит, да, Махмута, значит, одного оставили. Ну, Махмут сейчас порешает все проблемы. Сейчас мы тебя найдем. Это я вас сейчас найду. По одному забираю всех. Только по одному, пожалуйста, выходите. Чурья первый. Пизда всем. Понятное дело. Но мне ничего не страшно. А ты где сидишь? Лучше сдавайтесь по-хорошему. Блять, сука! Откуда он, блять, вылез? Какого хуя, блять? Как вы относитесь к полиции, друзья? Плохо. В смысле плохо? Я сейчас не понял. Очень плохо, друг мой. То есть ты считаешь, что полиция пидор? Нет, ну, конечно, можно и по твоей логике, но я бы предпочел назвать их, ну, как бы помягче, я даже не знаю, дурачками, понимаешь? Вот, а, мягко. Мягко, а если грубо? Грубо? Желтопузики. Да, согласен. Полностью подтверждаю. Я вас понял. Внимание, внимание, блять! Найдены пидорасы! Нужно быстро вычислить их нахуй! Обозвали сотрудников полиции! Выезжайте ко мне! Где такую тактику разработал? Искать этот балбесов в CSGO и там потом. Ну да, нужно везде искать. Понимаете, как бы? Мне поручили задание, как бы, в играх походить, поискать тех, кто там оскорбляет, как бы. Понятно, понятно. А какое у тебя звание? Ну, если так уж. У меня звание диванный сержант. Очень интересное звание. Да, у нас, как бы, понимаешь, отряд диванных войск. Ну, мы сидим на диване там, короче, и в КС играем, ищем нарушителей. А, все ясно, я тебя понял. Как можно вступить в ваши ряды, друг мой? Ну, это уже довольно-таки сложно, я бы сказал. Потому что я сижу не на диване, а на стуле, да? Это не потому, что ты на стуле сидишь, а потому что ты все еще сидишь не на члене. Все ясно, все ясно. Ну-ка, парень, стойка. ЛП. Я с тобой разговариваю. Что, ну-ка. Что? Кого-то ты, бля, мне напоминаешь. Кого, бля? Это не ты случайно изнасиловал 40-летних ребенка? Да, я. Погоди-ка секундочку. Внимание, внимание! Всем постам! Найдем тот самый педофил, который изнасиловал 40-летних ребенка. Быстро оформляем ко мне. Я задержу его. Он у меня. Блять! Сука, я сдох, блять, пока вы ехали, долбоёбы! Вы видите у меня серебряную монетку? Пизде, которая торчит. Почти, ну вот в табе вот у меня монетка такая серебряная. Видим. Это вот заслуга моя. Че за заслуга? За что? Отсосал 10 раз за день. Нихуя ты сосун. Ребята, вы храните наркотические средства дома? Я да. А какие именно? Кокс. Сколько грамм? Ну, грамм 150. А, ну это маловато, сейчас подожди. Внимание, внимание, всем постам! Найдены наркотика у игрока Робстер. Быстро выезжайте ко мне, будем оформлять. 150 грамм кокса, быстро выезжайте. Я бегу! Преступник пытается скрыться, быстрее выезжайте. Я чай сделаю. Чаёк, ну хорошо, они зайдут на чаёк, отпиздят тебя пару раз, ну потом чай попьют. Соснёт пару раз. Ну это тоже возможно. Смотря какой чай, конечно, будет. Охуенный. Ну тогда и два раза отсосут. Приезжайте скорее, у него там чай охуенный. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта идея. Если это так, то поставь лайк и подписку оформляй обязательно. Не то я выйду за тобой. А с вами был MoreGames, и я пошел придумывать для вас что-то новенькое. Всем до скорых встреч!